Всем своим привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Кася Щербаков и прямую трансляцию по игрушечке Deep Rock Galactic. На прошлом прямом эфире, насколько вы помните, я впервые с ней познакомился. Мы сделали первый взгляд, и сегодня мы пощупаем ее в коопчике. А коопчик у нас будет из команды Призрака, конечно же. С нами здесь сегодня, давайте с ребятами поздравствуемся. Андрюха, Андрюх, привет! Здравствуйте, здравствуйте. Также с нами здесь сегодня Птичка. Птичка, привет. Всем большой привет. Вот таким замечательным составом мы сегодня попробуем углубиться в эту игрушечку. Если нам понравится, если вам понравится, мы продолжим здесь выполнять всякие стратегически важные задачи, между прочим. Это ржака. У меня что-то не очень. А ты на своей волне. Болени не колят? Да, тему птички, мне кажется. Поднимайтесь на борт десантной капсулы. Команда миссия подготовлена. Погнали. Внимание, внимание! Полное погружение! А? Чё, птичка? Прости, перебил тебя. Трясёт, говорю. А, трясёт. Потрясывает. Так, добудьте маркит. Маркит вот он, видите? Вот из этих пауков хилки, вот эти красные кристаллы, насколько я помню, выпадают. Там из них, в принципе, ресурсы выпадают. Вопрос, а где моя кирка? Правый. На правую кнопку. А, спасибо большое. Хорошо вы зашли? В игру, до начала прямого эфира, чтобы вспомнить, куда, чего, зачем и почему. А кого там за ногу притащили? Андрюху. Мне по голове настучали. Судя по тому, что я вижу. Подожди, у вас одинаковые? Нет, у вас разные трусели. А у меня какие трусики? Сердечками. Сердечками? А да. Там, смотри, вот это кто? Это Андрюх. Андрюх, у тебя вот с цветочками. У тебя сердечко. Твоим а у меня? А у тебя клеточку. В клеточку. В клеточку. В халатиках пойдем. А, нет, мы когда... Да, да. Нет, кто-то в халате. Не знаю, кто в халате. Я переоделся. А как ты переоделся? Аська. Я, наверное. Реально мы в халатиках? Птичка, это фиаско. Вы снаряжение-то взяли или вы только в халатиках? Походу. Но мы в халатиках будем. Вон, вижу синюю штуку, вот. Вот. Все, сразу забираю ее. Да? Ее надо выбурить отсюда. Да, копаешься туда и там... Да, опять вот эти штуки, бля. Вот он. Че такое? Которые меня нокнули. А да. Меня сейчас убьют они. Ну вот. Жесть, бля. Летающие какие-то монстры. А куда его надо? Туда? Внутрь? Непонятно, наверное, да. Выгрузить, наверное, этот наш? Да, я несу его. Где наш? Короче, синее свечение такое. О, а мы здесь сейвиться можем. Там турельки в этой штуке. А, там турели. Это скинул? Да, ага, скинул. Вот. Да, нормально. И ресурсы сюда можно скидывать. Все, ищем вот эти синие свечения, и все понятно становится. Хилки нужны? Нет? Что за хилки? У тебя какие-то хилки? Нет, хилки, которые здесь растут. Здесь их просто много. Все, понятно теперь, как их собирать. Еще 6 штук. Начало положено. Надо походить, поискать. Так, синее свечение. Несу. Еще не несешь? Да. А вот это что? Эти жоленькие так. Голомит нашел. Голомит выглядит как кристалл внизу, где я. Видите меня? Я метку поставил, не один специально не добыл. Подожди. Зеленый тут. Я сейчас голомит немножечко скину.
Ой-ой-ой. Во, 12 из 35. Все, сейчас пойду еще соберу голомит. Все, пошла жара. Как команда в халатиках тащит. Я попрошу некоторые в снаряжении. Так. А ты вот не сказал нам. А кто в снаряжениях не тащит? Нитру вижу. А, вот так там говорили. Нитру надо тоже добыть, чтобы патроны были. Да, все, с Андрюхой, птичкой, не разговариваем. Он единолично взял, значит, одел броню. Так, это хилка. Синее свечение нужно найти. Да, я вот как раз пытаюсь. Вон, север. Оп. Здесь ничего нет. О, это нитро, да? Угу. Хорошо, птичка в трусиках. Вот она, птичка, смотри. Вот так выглядит покажи, эта покажи, штука. Покажи. Голомит. Ага. Видишь, где ты? Да, сейчас. Угу. Вот он, собирай его. Поняла. Собирай его и пойдем скинем. А вижу еще синий кристалл. Короче, там... А почему? Че? Да они все на меня тут. Рядом с синим рядом с синим кристаллом такое, точечки синенькие. Вон еще вижу. Птичка метку дал. Сейчас. Видишь метку? Угу. Вот там есть. А как мне пройти, не понимаю. Аким, спасибо огромнейшее за VIP-подписочку. Спасибо большое за ежемесячную финансовую поддержку в виде VIP-подписки на Boosty. Сейчас атака пойдет на нас, да? Метка там стояла. Нет? Эти медузы, блин. Да. Они меня замедляют. Я тут к турелькам подошел. Они вроде вытягивают. Скинул еще кристалл. Не, ног. А ты где? Вот за турели. Давай. Да отстаньте, блин. Вот еще. Метку дал. Кристалл. Сейчас, погоди, вообще ничего не видно из-за этих медуз, я ничего не вижу. Зеленые. Сишку даю. Опа. По-моему, их забрал. Да? А сишка-то мощная. Да. Главное попасть. Наверху хилки есть. Где я? Птичка, вот. Хилку разбей. Мне кажется, Андрюха сгорел немножко. Там, правильно. Видишь хилку, да? Угу. Иду еще к этому синему кристаллу. Переборщил, что ли? А, не, вон он. Выпал, по-моему, да? Нет? О, нашел. Несу еще кристалл. А его можно, его проще кидать, кстати. Я принес. Каська несет еще один нужен. Его проще перекидывать. А куда он делся? Вот он. Типа заряжаешь, и он бросок делает. Как пройти в библиотеку? Да. Загрузил. Отлично. Еще один, и надо голомит еще будет найти. Не, ну хотя бы сейчас разобрались. Команда в халатиках тащит. Пока не вижу. Что это было? Подлаг какой-то был. Вас не лганул? Нормально?
Да, нет, вроде нормально. Давайте вниз спустимся, может здесь что-то пропустили. Да, я что-то внизу круг сделал, там нету. Значит, наверх надо. О, нашел этот. Как он там? Нитру. Угу. 72 у нас. А для вызова 80, по-моему, надо, да? Ай-я. Топор кинь в кого-нибудь. Я опять забыл про топор. Хорошо, в катке напомнили. Сейчас тогда эти большие появятся, я попробую топор кинуть в них. Ты нашел кристальчик. Агломит? Ну, это... Агломит, нет. А где нашел? Наверху? Наверху, да. Вот наверху, наверное, и голомит есть. Он тоже... Я патроны вызвала. Кажется, тут ребята пришли. А вон Андрюха идет. Патроны приехали. Перезаряжаюсь. Рекорды умеют. Буровую установку надо запустить. Ну, надо сначала голомит собрать. Да, надо сначала голомит собрать. А он наверху, Андрюх, как туда залазил? Я золото вижу. Как туда залезть? Сюда и наверх. Куда наверх? А, туда? Вот эти цветочки можно... Нет, нельзя. Условный верх здесь, а он где голомит. Там нитро есть, кстати. Да. А, понял. Можно так попробовать. Птички моей платформы вообще не видно. Это мы куда лезем? Непонятно. Непонятно. Да, здесь прохода нет. Я даже этих кристаллов-то больше не вижу. Не, не сюда нам надо, мне кажется. Где-то мы проворонили еще проход. Рой! Вон там проход. Какой-то. Метку поставил, туда наверх можно залезть. О, нашел! Нашел? Кристалл этот. Но его, мне кажется, мало нам будет. Да, вот внизу, прямо здесь, этот голомит растет. Забирай. Топор, 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 помню, чатик, топор. Это что? Ой. Ого, прикольно. Тут шипики. И, по-моему... Во! На! Ничего себе, какая-то розовая штука. На! На! Ой. Я, кажется, сейчас минусанусь. Наверху.
У меня перезарядка баллона. У меня тут просто большой и упертый рогатый тип. Идем к тебе спасать. Я его убил. Все топоры у меня типа упали? Или что? Короче, этот голомит растет еще в каких-то шипастых историях. Ну, я принес, если у тебя на 4 штучки наберется. Наберется, наверное, но я не уверен. Я хочу попробовать как туда пролезть. Типа аккуратненько вот так пройти и нормас. Да, нормас. А, вот еще внизу этот голомит. Все, иду. Несу. Но мне миссия понравилась одна. Я когда первый взгляд делал, там миссия давала двойной прыжок и реактивный ранец. Офигенная штука. Здесь реактивный ранец прям must have. Там турельки что-то бьют. Ну, я в общем запустил. Зря, я же не принес. Ну, Андрюха, ё-мана, ну нафига? Я же должен был скинуть еще. Так голомит все равно не уходит в этот учет. Так нет, идет, мне кажется, он в счет потом в нашу, в бонус на прокачку пойдет. Не, побочные идут, а ну, квестовые нет. Все равно так не надо делать. Мне кажется, она пойдет все равно нам прокачку доспеха. Ну или оружия. Ой. Капсула прибывает через несколько минут. Через полторы минуты, если быть точным. А она куда прибудет? Сюда, как вы думаете? Хорош, вопрос. А у нас на патроны есть? Я там еще одна вижу. Нет, не одна. Не хватает. А, вижу одна, да, забираю. Меня газики, что ли, дамажат? Так, с этим справились. Капсуле эвакуации можешь сдать остатки ресурсов. О, понял, спасибо за информацию. То бишь она прилетает, и там надо будет сдать. Обязательно. Ой. Спасибо. Пардон. Че, Андрюха опять шалит? Шалит. Ну, меньше, чем некоторые с огнеметами, Кая. Вообще-то я прокачал обилку на 20% меньше тимдамага на минуточку-то. Но менее обидно-то не стало. Чувствуешь, насколько я переживаю за тимдамаг? Аж на 20%? Где капсула? Что-то она не спешит за нами. Вон, 98, 95 метров. Нужно идти туда, получается. Не, она приземляется. Да? Тут куда-то, да, вот уже 50. Вон, 60 метров. Вон. Погнали. Не оглядываемся. Да. А что, так можно было? Заводи бур. Вот эти медузы опять. Вы пока медузы встречаете, я бурю. Буровая установка устала. Перегрев, внимание, алярм, перегрев. Ой, как мы в аккурат прибыли. Конечно. А куда сюда надо скинуть? Непонятно. Там дырочка, наверное, есть какая-то. Вот сбоку здесь эти крутятся. Внутри? Сбоку, снаружи? Снаружи. Ничего нет. Блин. Медузки опять! Кто-то меня поджег, что ли? Я не поняла. Нет. Это он медузок якобы пытался поджечь. Сзади, сзади, сзади. Вижу. Скидываю. Скинул. Все, погнали. На самом деле, ну, легкая миссия, не тяжелая. Нормас. Главное разобраться с механиками, привыкнуть к этим всем моментам тонким, которые здесь есть. И вуаля, и все получается.
Статус миссии завершено. Красота.